Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новенькую серию по криминалочке. Играем, как всегда, на gtrp.ru, серия номер 03. Друзья, сейчас я вам расскажу глобальную ошибку мою, которую я совершил просто прямо сейчас. Я такой радостный. Узнал о том, что вышел новый модпак. Друзья, кстати, если вдруг вы не знаете, обязательно скачивайте. Это, во-первых, зима, которую, кстати, я еще не видел живой, еще не выходил из дома, потому что я такой радостный, реально зашел. Думаю, мы сейчас с вами поедем и купим снегоход, который, между прочим, появился в модпаке. Это очень пиздатый, я считаю, на нем можно ездить по полям. Мы обязательно его затестируем, но есть маленькая проблема. Называется она BMW i8. И знаете, я сейчас охуел вдвойне, когда увидел ее, потому что она какого-то хера вся заснеженная, вы посмотрите. И это выглядит причем не колхозно, как натянутые какие-то текстурки, это выглядит реально круто, как будто тачка стояла. Блин, я не знаю, каким образом это сделано так реалистично. Вон, смотрите, как будто я походил, пошоркал, да, вот, согласитесь, есть что-то такое реалистичное в нем. Ну ладно, друзья, я об этом речь, потому что, как вы понимаете, для того, чтобы купить мне новую тачку, ну, а перед этим попробовать снегоход, мне нужно избавиться от i8. Я напоминаю, что он был разыгрывался, и сейчас тогда уже будем подводить итоги, хотя прошло меньше, чем я хотел. Я хотел в районе 2 недель, прошло чуть больше, по-моему, недели. Поэтому прямо сейчас давайте, друзья, посмотрим, сколько участников было, и выберем победителя. Кто же получит i8? Единственное, только сейчас я записываю в 00:57. Я не думаю, что победитель будет онлайн, но все может быть. Поэтому, друзья, погнали определять победителя. Друзья, ну вот я опять в очередной раз расстроен. Реально расстроен. Вот я сказал, конечно, что предел будет 1000 человек, и если будет больше 1000 участвовать, то я обязательно проведу розыгрыш. На самом деле, наверное, если было меньше, я тоже провел, потому что иначе я, получилось бы, обманул всех. Но нет, конечно же, я в любом случае провел бы, реально. Но я хотел, так скажем, побить планку в 1000 человек, чтобы 1000 игроков участвовало. И в итоге мы имеем 1131 человек. Я, друзья, знаете, вот серьезно, мне в такие моменты реально обидно. Я провожу различные розыгрыши, причем вот согласитесь, я уверен, многие играют в криминалочку, далеко не 1131 человек. И черт возьми, тачка самая дорогая, самая пиздатая, самая просто протюненная на всю, вложена в нее куча бабок. Если переводить даже в рубли это все, это будет очень много, друзья. Вы это прекрасно знаете, вы следили за ее постройкой. Я просто вижу, что 1131 человек, друзья, я от вас вообще ничего практически не требую. Просто, грубо говоря, надо сделать репост. Ну, как бы, это секундное дело. И я не понимаю, друзья, объясните мне в комментариях реально, почему вот все время в конкурсах участвует не так много человек. Я не пойму этой загадки. Что по КС мы разыграем дропчанский, как бы, ну, там, ну, до 2000 доходит. И почему-то вот, ну, вот почему, вот 37 тысяч просмотров. Вот как доказательство того, что 37 тысяч человек открыло этот пост. И почему-то из них 1000 нажало кнопку. Ребят, я реально не понимаю. Ну ладно, ладно, это, конечно, дело не мое. В любом случае, для тех, кто участвует, это огромный плюс. И, друзья, давайте вот так вот, знаете, я такого не делал. Прочитаю комментарии. Тут просится стримчанский, обязательно стримчанский замутим. Давайте вот я так запомню, так, Рома, Димон, Никита. Ну вот, допустим, просто интерес, да, из первых прокомментировавших. Может быть, кто-то и победит, ну, конечно, это маловероятно, но все же, я угарнул бы, если бы сейчас кто-то отсюда выиграл. Так, я копирую пост, вставляю его сюда, приз i8. И, друзья, да, еще было условие, состоит ли участник группы. Сейчас мы узнаем, кто же заберет мою красавицу еще и на блатных номерах. Ой, друзья, ой-ой-ой. Я вам советую, просто следите в дальнейшем за конкурсом и участвуйте в них. Итак, друзья, давайте определим победителя. Иван Васильев, ну-ка, он не отписывался здесь? Он не отписывался. Ну, значит, хорошо. Так, откроем страничку. Создана она у нас, вот, как мы видим, тоже не так давно и не так, собственно, близко. Что я несу? Короче, хуй знает. Просто создано в 2015 году. Так, Ванек, давай, поздравляем тебя. Сейчас отпишем ему. Сделано 1131 репост у него. А, это... Фу, блядь, я думаю, ничего себе, чувак. Во всех конкурсах, что ли, сейчас? Нет, это сделано 1131 репост этого, моего конкурса. Давайте отпишем Ваньку. Так, Ванек просто... Бля, вот это меня, кстати, смущает. Заходил 11 сентября... Фу, декабря. Сегодня 13 уже наступило. Ну ладно, придется... Хочу BMW, смотрите, он написал. Хочу BMW. Ну, в принципе, чувак просто участвует. Хочу P250, вот тут ему не везло. Хочу Легу. Норм, что? В принципе, чувак участвует во всех возможных практически конкурсах. Ну что ж, поздравляем. Может быть, даже это у него и не первый. Вот видите, просто вот, ну, реально красавчик. Реально, вообще я его поддерживаю, потому что там, где видишь халяву, участвуй. Тем более, если от тебя ничего не требуется. Это же просто заебись. Это просто заебись. Так, ну чё, Ванёк? Привет, будем надеяться, что он выйдет на связь с нами очень скоро. Привет, поздравляю.
ты выиграл i8. Когда сможешь забрать тачку? Когда сможешь забрать тачку? Все, теперь осталось дождаться сообщения от Вани, а мы пойдем в КРМПшку, сейчас посмотрим зимушку и посмотрим хотя бы снегоход, как он вообще, где стоит, и, в общем, покатаемся. Ну, хотя бы тест-драйв возьмем, что ли, его. Так, друзья, давайте чисто логически думаем. Значит, чирик, передний привод, не хочу на нем выкатываться, пока прогреется, холодно, печка нихуя не будет дуть, все-таки зима уже на улице. Нет. М5, все заебись, будет тепло, но, сука, задний привод, опасно, точно разъебусь. i8, ну, осталось его только почистить, а так, в принципе, полный привод. И я думаю, что безопасность тоже заебись, поэтому, я думаю, Ваня не против будет, пока он... Пока я не могу ему вручить приз, я покатаюсь уже на его i8. Ох, ух ты. Слушайте, ну-ка. Давайте посмотрим. Так, ну я вижу, что, по крайней мере, мой райончик не прям... А можно как-то этот i8 все-таки прогреется, может быть? Я понимаю, я через окошечко, как этот, блядь, как танкист, да, буду смотреть. Но мой район реально не заснежен. То есть такая прям зима питерская, знаете, вот... Проезжая часть вообще не в снегу. Дорога, в принципе, ну как бы такая снежная, но какая-то больше слякоть похожа. Ну то есть какой-то снежок такой выпал. Да сейчас я стою, ночь, никого нет все равно. Можно кататься. Нам еще сегодня помимо этого надо еще заехать, проверить, насколько у меня оплачен дом. Как раз мы в Южный поедем, я думаю, и все будет заебись. Так, а тут уже снегу побольше, смотри, тут деревья. Да, такой, знаете, мод на сноу-мод, если его так можно назвать. Мне кажется, ли этих домов не было? Или я долбоёб? Ребят, напишите в комментариях. Не, может быть, просто долбоёб на самом... Воу, а трасса-то реально заметена прям. Вообще так лютенько, да, выглядит? Блин, ребят, атмосфера, согласитесь, прям очень крутая. Потому что скоро, ребят, вообще... Представьте, меньше, чем через 3 недели уже Новый год. Охренеть, да можно? До кого уже, друзья, праздничное настроение подходит, ставьте лайкусик. Кто считает, что, в принципе, в КРМП вот сейчас у нас довольно-таки неплохо. Да? Смотрите, заснежено так. Блин, но сейчас на дороге смерти надо быть точно очень безопасно водить, иначе может все... Да не только на дороге смерти, на самом деле. Вообще, я пристегнулся бы. Я, конечно, не подстрекатель. Вы знаете, что я не подстрекатель, но я подстриг. Так, у меня камеры заебали. Сколько у меня штрафов уже? 2900. Но я недавно оплачивал, правильно? Так, сейчас доедем. Я, кстати, дверь поставил, по-моему, не на серию это было. Поставил себе ультра-дверь, чтобы... Все-таки шанс того, что у меня ее будут грабить, мой дом, были малы. Так, ну сейчас уже час ночи. Сколько у нас онлайн, кстати? 64 человека. Ну, будний день. В принципе, понятно. Так, давайте тогда сразу валим до, наверное, Южного. В Южном все дела и сделаем. Мы не поедем в банк в Арзамасе чекать. Смысла никакого нет. Сейчас нам придется, кстати, в любом случае через дорогу смерти херачить. Но я надеюсь, друзья, нас это... Бог КРМП... Обережет все-таки немножечко от всяких ДТП. Так, тут светофор починили, да, в итоге? Да, наконец-то он починен. Все, давайте, полная закись азота. Блин, у меня аж фары не могут нормально светить из-за того, что они в снегу. А, блядь, надо заправиться еще. Ёпта, ё-моё, i8. Давай, безопасный. Красный свет, дороги нет, а нам, кстати, надо... Бля, что по везению вообще, друзья? Вы помните, да, полет на М5 этот на дороге смерти, где мне повезло? Теперь еще на i8 мне как-то между столбами кидает зимой. Не, я, конечно, разъебаться бы не хотел сегодня, серьезно, потому что мне сегодня реально надо сделать делишки, надо... Хочется затестить этот... Сейчас было опасно, кстати. Так, Фил. Фил? А ну-ка, Фил. Ха. Ну, это смешно, да? Типа Фил. Ну, Фил. Есть семя такое. Ну, Филиппа или просто Фил. И как бы... Это типа, блядь, что, я превысил лимит заправки или что это за звук был вообще такой? Так, друзья, вот это, знаете, самое... Ждун, вот сейчас должен... Вот когда заправляешься в КРМП, это ждун просто. Да, и, кстати, я же обещал полный бак. Ну, по крайней мере, он будет не полный, но... У Ванька будет где-то 280 литров, я думаю, мы больше-то не сожжем. Да и вообще тут заправляться-то, в принципе, надо не очень часто, но... Все-таки дополнительные вложения, друзья, смотрите, что я просто... Кстати, а чё ПТО вообще? Я вообще в каком состоянии отдаю i8? Может быть, мне должно быть сейчас стыдно? Я, блядь, боюсь представить, сколько стоит обслужить i8. И, кстати, надо будет эксперимент сделать. Я не думаю, что многие делали этот эксперимент. Зачем я ввожу аж меню, не знает никто. Чё хотел сделать? Карпас, да. Я уже плохо. А, ну, в принципе, нет. Общее состояние 98,5 вполне. Друзья, надо будет как-нибудь обязательно с какой-нибудь тачкой сделать эксперимент и не обслуживать ее. Что будет, если тачку довести по нулям? Она реально будет хуже ехать, интересно. Ёпта! Бля, что-то... Хрена себе, я... Не, конечно, я понимаю, что это мои выдумки уже. Но что-то...
я понял. Ну что-то как-то, знаете, машину подкидывает. Хрена у меня сзади разбита почему-то стала форточка заднее, стекло. Такое ощущение, что, знаете, сугроб упал. Не, сосулька ёбнулась с крыши дома. Вот печально, да? На E8. Поменяет покраска вообще мне стекло. Сколько стоит заднее стекло, интересно, на E8? Прикиньте, на Авито поискать. Это будет жестко, мне кажется. На Авито сейчас бы от E8. Очень ходовой товар, очень ликвидный, друзья. Каждый день как пирожки разбирают. Заднюю форточку на E8. Бля. Ой. Система стабилизации, будем ее называть так. Но это на самом деле просто... Бля, ёпта. 200... Кстати, знаете, как-то увереннее я наоборот еду. Я не знаю, может быть, я давно на E8 не катался. На самом деле мне её, ну, блин, честно сказать, конечно, жалко, но для вас не жалко. Мне кажется, чувак сейчас меня разъебет, поэтому, чувак, прости. Или тебя подкинуть. Чё ты кричишь? Саш! Чё вообще по езде? Прыгай давай. Блять, ну вот зачем я остановился, сука? Еще и сдох! Дима! Димон. Почему? Вот я немножко подзабыл, как все по хронологии, просто подзабыл немножко, кто по встречке ехал. УАЗик или я? Но вопрос в следующем, блядь, Приора нахуй на маяках неслась по встречке, потому что там въебалась, я был на встречке. Пиздец, ну как так? Я только думал, что мне повезло. Я только думал, что все, блядь, вот оно счастье мое. Ох, Димон. Еще Димон так, знаете, полетел жестко. Ложитесь спать на кровать. Да давай уже, ебашь. Ложись, все, лечимся, короче, пока что. Сейчас надо доехать до этого. До Южного доберемся обязательно. Бля, может М5 взять по приколу? Ну как бы, друзья, вы понимаете, да, всю сущность моего деяния? Чё? Не знаю. Короче, я взял М5, и мне кажется, это реально хуёво закончится. Бля, зимняя дорога, нахуй, М5. Ну такое, конечно, очень даже такое, ребят. Но я буду верить лучше. Вот, вы, опять же, помните? Видели, да, как не успел прогрузиться зимний мод? И у меня был сухой асфальт впереди, но вот, блядь, это... Тихо! Бля, вот постоянно таким образом проезжают хуйню, я уже заебался, честно говоря. Так вот, вы знаете, да, эту... Во-первых, камера, во-вторых... Ёбаный в рот. Ребят, музыка из секретных материалов. Чё, блядь? Ебать, чувак вошел в цистерну и исчез. Чё по Дэвиду Блейну вообще? А, так вот, когда мне нужно реально, блядь, вот реально без шуток домчать куда-то. Да похуй, блядь, давайте максималку, реально. Мне уже все равно. Я не думаю, что я разобьюсь все-таки. Я еще на такси поеду. Зеленоглазое такси. Вот какого хуя я забыл, что сейчас там будет... Так, ладно, хорошо. Давайте теперь вот сейчас вообще как бы накаляется обстановка, потому что я ехал именно в... Что, блядь, происходит? Что за звуки ебучие? Вот я ехал именно в этой полосе, когда меня снесла Приора ДПСовская. Я очень надеюсь, что сейчас... То есть вы понимаете, да, один удар... Один удар в печень и как бы смерть обеспечена. Потому что сейчас реально я, блядь, очень сильно переживаю. Я хочу добрать... Понимаете, да, чувак? Он едет и сигналит, чтобы на всякий случай. Но он как бы не понимает, наверное, что... Хотя он все понимает. Он специально и едет. Не, правильно делает. Че я несу? Хуй знает. Ладно, короче, все, хватит. Я ничего не боюсь. Сейчас встречу эвакуаторщика, починюсь. Хрена себе у меня рифмы. Вот это я понимаю. И панчи. Так, опа. Так. Так. Близко. Ребят, вы понимаете, да? Мотор стучит, мотор работает. А сзади Санька сидит, картошку лопает. Бля, сколько ебучие штрафы, а? 12 косарей, ебаная М5. На ней просто невозможно ездить. Просто разориться можно. Реально, вообще, на бензин как бы я особо не трачу, но я трачу на ебаные штрафы. Друзья, ну как бы я могу вас поздравить, в любом случае, в крайнем, да, случае я добегу, если что. Но, знаете, все равно мне не по себе, если честно. Так красно сейчас будет гореть. Но я так и думал, бля. Давайте сначала до банка, а потом уже зайдем в этот самый. Посмотрим новые... Там их дохуя, на самом деле, тачек новых. Мы еще в элитный класс потом посмотрим. Там RS7 добавили, кстати говоря. Я вот не знаю, где она продается. Так, ну мы с вами... Гоу-гонку чувак написал. Понятненько. Давайте мы так, чтобы палево не наводить. Сейчас, смотрите, приехали сюда сначала.
Так, все, тут эмку я кидаю, в принципе. Сейчас вот просто прочекаем. Потому что я реально, я лучше буду чекать. Я, естественно, это делаю и не на серию, потому что вы, ну, ту же дверь там, и вот, ну, я, естественно, захожу, и когда я катаюсь, я чекаю, потому что мне не хочется... Бля, что я делаю? Мне не хочется это самое, оставаться без дома в очередной раз. Потому что последний раз это вот произошло, это было действительно печально. Так, наверное, я все-таки не буду здесь вставлять, на всякий случай. Потому что мне, в принципе, осталось, видите, недолго тачки жить. Поэтому... О, кстати, этот Honda NSX. Honda NSX. Это не Inferno. Что это Honda NSX, если кто не знает? Ну, я думаю, все знают, на самом деле. Вот, и как бы она заебись. И я не понял, ее добавили недавно или она была. Я вот что-то... Как-то ее слишком много стало, мне кажется. Блять, я буквально секунду отвлекся на телефон. Да ну в пизду эту. О, заебись. Я даже не увидел взрыва. Вот! Вот этот господин нам и... Сколько? Ну, 600 тысяч нормально. Вертолет, кстати, надо будет еще скоро покупать. Так, значит, сейчас невооруженным глазом сразу увидим, Туарег был? А почему Туарег не покупал, если он был? Может, его не было? Сказал, у меня был Туарег, почему я не купил здесь? Ну ладно. Так, ага, ага, ага. Так, 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 так. А8 была, А8, ах, хуй знает. Так, фокус. Вот фокуса, по-моему, не было. Может быть, я долбоеб совсем? Е38. Бля, я что-то и конченый, по-моему, да, совсем? Это было точно. Волчок был. Хуй знает вообще что-то, блядь. Думал, сейчас сразу определю. Я уже все позабыл. Я уже с этими, блядь, проектами забываю. Камри 55-я была. 50-я в рестайлинге. Вот Honda NSX не было. GT86, я тоже не пойму. Фокус был. Ох, ебать мой рот. Вот это... Ой, блядь. Honda Sir. Сир. О! Ёпта! Автомобиль мой ярко-красный, блядь. Вот это я понимаю, друзья. Это тот самый случай, когда действительно можно ездить по полям. Причем, по-моему, ну, насколько я понял, реально можно. Так что, друзья, эту хуйнюшку надо купить. Бля, снегоход, заебись. Так-то. Ну, он как бы... Бля, кого он меняет? Бля, по звуку это либо Санчес, но я думаю, вряд ли Санчеса не поменяли. Это, скорее всего, должен быть, по идее, квадрик. Но почему-то он нормально на задние колеса не встает. Он как-то наркоманский это делает, блядь. Я вот не понимаю. Он почему-то в бок кренится. Не, ну да я думаю, что это квадроцикл все-таки, а не этот. Бля, ебать на нем наваливать-то можно, ребят. Воу-воу-воу, полегче, полегче. Ёбашки-воробушки, друзья. Зима к нам пришла. Вот это охуенный модпак. Так, ладно. Все, блядь, покатались и хватит, ёпта. Так, значит, что нам нужно? Тачки у меня уже нет. Ну, в принципе, тогда да. Бесконечный огонь в М5. Вечный огонь, да? Дайте угадаю, она дымится. В смысле, горит. Ёбаный в рот. Сэр! И ушел в салон. Заебись. Так, я смотрю, мода на NSX пошла. Кстати, NSX на что заменили, ребят? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Чё, пацаны, гонки? Слышь, проверь тачку. Нихуя, смотри, какие-то... Она открыта. Да, в натуре? Бля, да чё вы обманываетесь-то? Она закрыта, ёпта. Я уж хотел, пацаны, украсть у вас ешку. Это моя довести. Ну, в целом, не отказался бы. Хотя, не стоит. Не стоит, спасибо. Валера Филин, привет тебе. Только, пожалуйста, пиши такое в другой чат. Большая просьба, ребят. Снимаешь? Да. Так, я, пожалуй, знаете, я не буду... поеду в аренду, возьму NSX, как раз по пути сделаю доброе дело и заценю. NSX, ёпта, вот это... На самом деле, легендарная машина, ребят. Стой. Гоу-гонку. Ну, только я вангую, что у него... Погнали. Погнали по прямой, по дороге смерти. Кто выживет? Кто выживет? Тот красавчик. Валерию Павлишину и Диме Антоненко привет передаю. Все, погнали. Догоняй. Хе-хе-хе-хе. Ну, у него, наверное, в тюне она. Друзья, NSX легендарная тачка, на самом деле, она... Во многих гоночках присутствуют. И на самом деле очень круто, что ее сюда добавили. Конечно, единственное...
Бля, что-то там Валера разложился уже на скользкой дороге. Я говорю, что... Бля, что у него с камерой? У него какая-то камера ебанутая у машины. Бля, ребят. Бля, эвакуаторщик стоит. Слишком много, бля, да? Так, все, похуй. Я, мне кажется, у них тачка в тюне, блядь. Реально, вот они, смотрите. Что-то как-то у них гонка не заладилась. Мы стартанули, ну и как бы вперед, я чуть дуванул, но я же не думал, что его там размотает. Можешь подождать? А, Ренат Шуйтасов, надеюсь, правильно произнес, привет тебе. Так, давайте подождем, наверное, пацанов. Я точно пока напишу передал. Передал. Блять. Они были не так уж и далеко. Мне кажется, она в тюне у него. Она же его личная, а не арендованная. Поэтому... Мне нравится, как Валера успел по пути еще сказать, чтобы передал только не в тот чат. Ну ладно. А, могу сказать, друзья, одно. Не, они меня тоже ждут. Короче, гонка какая-то не гонка получается. Ну ладно, 88 км в час для Honda NSX это позорно довольно-таки. Вот что я могу сказать. Да, я, пожалуй, аварийку тоже въебу. Бля, пацаны, что, стритрасинг, пацаны? Не надо по пингу резать. Ну, чувак, ну слышь, ну не надо. Зачем жестко так? Я ж тебя не режу. Давай сейчас... Что по дрифту вообще по прямой? Бля, какие-то две Хонды одинаковым цвете. Не, у него тоже арендованная, это не его. У меня глазик один погас. Смотрите, смотрите, слипстрим, ребят, в этом, в КРМП. Охуенно. Охуенно. Просто, блядь, тютелька в тютельку идем, смотрите, что. Хе-хе-хе. Бля, главное не разложиться. А я пойду по встречке, смотрите, как опасный гангстер. Так, виляю, виляю. Бля, вот сейчас наши гоночки точно к чему-то приведут, мне кажется, ребят. Особенно вот такие вот. Ох ты, ёбушки. Блять, тихо, тихо, тихо. На самом деле я идиот, то что езжу так, потому что потом такой же, как я. Вот, все, как бы минус один. Как бы я выиграл, ну ладно. Не, тоже подожду их, конечно. У нас такая гонка, не гонка, реально. Не, вот я то, что сейчас вот вилял так, это я дурак, на самом деле. Ну, вы знаете, в принципе, это. Потому что потом... Бля, мусора вот сейчас не вовремя вообще, на самом деле. Бля, они же еще форс... Бля, они реально... Пизда. Пизда, ребят. У него что-то турбо не включено, походу. Он меня догнать не может. Ах, друзья, да. Гоночки в снежную погоду. Добром... Кстати. Я же забыл, друзья, вам сказать еще вот про это замечательное... Воу! Хо-хо-хо! Ребята! Охренеть! Короче, тут еще и... Что? Золотой дождь? Золотой дождь! Не надо! Но-но-но-но-но! Не надо золотого дождя, подождите. Блять! Да-д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 а. У нас вот это как бы стритрейсинг. Воу! Пацаны обогнали, смотрите, что творят. Так. Тихо-тихо-тихо. Я остановочку делать не буду. Я остановочку делать не буду. Вот так вот сваливаем, бля. Что? Короче, я на самом деле въебал. Ну, как бы сказать, что я... Бля, по-моему, нас повяжут сейчас. О, в обратную сторону? Это заебись идея. Мне нравится такое, друзья. Но я думаю, что серия... Бля, опять золотой... Меня пугает этот мод, блядь. Кто на меня сыт-то сверху, я не понимаю. Ёбаный рот, смотрите, голубенькая у них уже стала машина. Я не знаю, для какой я для них, какого цвета, но, по-моему, мы сейчас... Идеальная рулёжка Honda NSX, друзья. Оу, это тайм-код. Так, чуваки, тихо-тихо, я вас не подрезаю, если чё. Смотрите, как мы от полицаев избавились, а? Грамотно. Бля, меня реально напрягает золотой дождь, ребят. В натуре напрягает. Вот это я понимаю, бля, такая атмосфера... Ой-ой-ой, пацаны! Мне кажется, реально, копа пока... Там один, правда, коп, пока он не ушатает свою приору, он не успокоится. Короче, ребят, ладно, будем заканчивать серию, потому что она, мне кажется, уже длинноватенькая. Короче, реально, вот атмосфера такая, заебись, да? Смотрите, что по стритрейсингу вообще? Норм, погнали. Бля, о, менты на погоне. Да нормально, нормально, у нас тут гоночки уличные, хули. Давай! Давай, коп! Чё по погоням? Да-да-да-да, бля, кадр охуенный, кстати, ребят. А, я в розыске, бля, пизда! На самом деле, ребят, лайк за серию, пиздатая получается. У нас такая, знаете, братва, еще атмосферная погода, золотым дождем, все как я люблю. Бля, мы просто жестко идем, на самом деле, под дороги. Жалко еще... Бля, золотой дождь опять. Жалко еще скорость не позволяет... Ой-ой-ой, по-моему, кто-то турбомод включил. Ребят, смотрите, просто тютелька в тютельку. Я ебал такие гонки, на самом деле. Это жесть, как мы идем так, смотрите, просто... Бля, пацаны, реально надо сваливать куда-то. Надо как-то копов скинуть, реально. Точнее, копа. Он причем без проблем может нас обогнать, но он этого не делает. Потому что он, если...
нахуй надо. Бля, золотой дождь опять, сука. Все напряжение пропадает из-за золотого дождя. Блять, заебал! Кто там сыт, блять? Что происходит? Тихо, все нормально. Давай, давай, аварийку. Аварийку, заебись. Так, отлично. Бля, реально золотой дождь меня застал уже этот. Короче, ребят, сейчас мне кажется, надо как-то копов скинуть. Сейчас как-нибудь мы... Да, давай, виляем. Не, на самом деле, ребят, реально сели уже долговатенькое, поэтому... А направо хочет? Не, по прямой идем. Блин, скорость, конечно, маленькая, но... Воу, офицер! Я, конечно, могу бортануть вас, но это будет жестко, мне кажется. Первая ID или 11? 11 ID. Офицер! Как бы вы все-таки коп. Кстати, вот... Я же был когда-то копом. Ладно, короче, ребят, будем заканчивать. Я думаю, что, в принципе, если мы захотим, мы с пацанами быстренько уедем, и нас не найдут нигде. Поэтому, ребят... Давай, отсюда. Ёпта, как тут узко. Бля, так узко, я даже не помню, где было последний раз. Ну-ка, тихо. Блядь, тихо! Тихо, я еще не пристегнут. Все? А, нет, он увидел нас. Хуёво дело. Ладно, ребят, короче, лайк, кто верит, что мы уйдем, но серию реально пора заканчивать. Как бы так-то все заебись, но реально уже как бы пора и как бы, блядь. Ну надо, короче, давайте скинем его грамотно, Феликса. Феликс, прости меня, пожалуйста, но сейчас будет скидывание. Я не понимаю, почему он с турбомодом не может догнать на самом деле. Бля, жестко на самом деле идем, вообще жестко. Чё по неостановкам вообще? Чё по гонкам на Honda NSX? Ладно, ребят, короче... А, нет, догоняют. Что ж происходит? Блядь, эти пацаны! Вы чё? Тихо! Надо уходить. Бля, копы-то за нами. Придётся использовать удар мангуста. Воу! Давайте добиваем их! Тихо, так. Подождите, еще раз. Удар, змеиный укус. В головку... Это не я. Друзья, как бы первый прием, если что, был удар мангуста, второй был укус змеиного... укус змея в головку члена. Вот как бы второй... Второй прием больше сработал. Все, друзья, Феликс, прости, пожалуйста, ничего личного. Ну, как бы реальная погоня была, как бы. Мы копов не хотим, у нас тут гонки. Да, я уже пристегнул. Все, ребят, серия бомбовая, мне кажется, вот. Воу, тихо. Все, до новых встреч, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. Норм. Погоняли. Не, в натуре мне понравилось. Прям вообще жестко. Все, ребят, до новых встреч, пока-пока.